Жизнь на вираже, а мало-помалу баллами стало немало, хотя и по номиналу, но все привыкли уже. И если все-таки спросят меня, ну так, между прочим, то я скажу, может, точно, может, нет. Если бы не Питер, о чем бы вы мечтали, где бы стеснялись по центру ходить сандали, а чем Сергей Шнуров писал бы свои песни, да и кому бы они были интересны. Если бы не Питер, дед, о чем бы ты мечтала, не родилась бы Бузова, Собчак, Ксюшу, ничего у меня было слышно. Ой, спасибо. Это максимально круто, то, что вот это чудесное создание здесь стоит. Мне прям нравится. Я чуть-чуть нервничаю, но это супер. О, что, давайте ему поаплодируем. Это прям брутально. Ну что ж, сразу захотелось, вспомнила маму, когда тут оказалась не одна на сцене. Спою, пожалуй, ее любимую песню. Да-да-да, что ж, песня называется «17-17». О, Лео здесь.